так, пока я сижу на карантине, я решила посадить весенние цветы, чтобы к лету они расцвели в моих вот таких вот горшочках, которые я давно уже купила, еще по осени. Что-то пыталась посадить, салатики всякие осенью, ничего не выросло. Точнее, выросло, но все сдохло, потому что было очень холодно и не было света. Салатам, вообще всей растительности нужен свет, иначе все чахнет и умирает. Поэтому зимой у меня ничего не выросло, сейчас попробую весной посадить, посмотрим, расцветут ли эти цветы. Купила я их вот такие вот в Poundland'е. Ну, разные тут и петуния есть, лабелия, вербена, настурция, я не знаю, как эти переводятся, но видно по картинкам, что это. И вот такие вот тоже петуния и summer flowers mixed, то есть летние цветочки разные. Попробуем посадить и посмотрим, что из этого получится, потом покажу. А пока что насыпаем землю, тут вот я уже рассыпала, землю мне мама принесла. Под порог положила, и теперь я могу заняться любимым делом. Садоводство я люблю, цветочки выращивать я люблю. Вообще, с детства привыкла пахать на даче, мы сажали по 150 кустов помидор, по 150 кустов баклажан, ну, может, чуть поменьше, огурцы, кабачки, все это я выращивала, все это удобряли, кохлили, возделывали, собирали ведрами урожай. Это в Тольятти там хорошая такая почва, чернозем, а также солнечные лучи и теплая погода летом, поэтому у нас много чего росло, но так как у нас не было машины, так как... Но мы жили втроем с мамой, то есть я, брат и мама. Отца у меня не было с 10 лет, и он нам, в принципе, не помогал. Только машину иногда давал уже позже, когда мы могли с братом уже рулить. То есть, когда нам исполнилось 18 лет, мы уже ездили на машине. Слава богу, хоть машину он нам давал. А так все на себе перли. По два ведра в руках, рюкзак, еще два ведра за спиной. И еще, может быть, на плечах по ведру. В общем, у каждого там... ведер по 5, по 6 было. И это все на автобус, на автобусе полтора часа. Ну, в общем, что я рассказываю, у многих, наверное, в советское время, точнее, в постсоветское время происходила такая ситуация и с дачами, потому что приходилось питаться только с дачи и выращивали все на даче. Поэтому, что самое интересное, хочу сказать, я-то знаю, как выглядят, допустим, листья помидор, листья огурцов, а дети, за которыми я ухаживала, они даже понятия не имеют, что это за растение. Я говорю, это помидоры я выращиваю, тут про третью семью я скоро тоже буду рассказывать. И вот там жили, у них был такой садик небольшой, где у них жили зайцы, то есть кролики. И там стояла такая катушка с большим лавровым, по-моему, деревом. И я в эту катушку просто какие-то семечки у меня оставались от помидор, очень хорошие помидоры покупала на рынке в Лондоне. И вот эти семечки вот просто потыкала туда, и оно взошло, такие вот огромные томаты у меня стояли. Но когда я уезжала в отпуск, все томаты были сожраны этими зайцами, потому что зайцев, я не знаю, то ли не кормили, то ли что. В общем, я приехала, и мне первым делом сообщают: извини, но твои растения все были съедены кроликами. Я говорю, ну вот, выращивала, поливала, удобряла, окучивала, а оно все так. А я там ждала помидорки. Кстати, помидорки не пошли. А вот в последний месяц, пока я жила еще в Лондоне, вот в этом году, точнее в том году, к августу ближе, у меня тоже на подоконнике росли мои помидорки, и куда мне их с собой, что ли, забирать в Россию? Я их отдала в ту семью, где с собаками, у них там большой сад, и посадила туда вдоль сада какие-то помидорки, какие-то цветы, у меня много всего было, выращивала. И хаускипер мне потом присылала фотографии, то есть у меня уже там была вот такая помидорина, очень вкусная, кстати, я на рынке их купила, и там были такие, как наши кубанские, знаете, такой вкус прямо, и вот такая помидорина уже выросла, но я целый месяц ходила, смотрела, когда же она покраснеет, ну хоть одну помидорку отодрать с этого куста, потому что там реально были по 5, по 6 грозди такие, но они были все маленькие. А это вот такая большая,
уже была. Я уже в предпоследний день подхожу, она уже вроде начала так багроветь, но не покраснела. Я уже сказала хаускиперу: бери помидоры с этого куста, бери вообще все помидоры, ухаживай за ними и наслаждайся вкусом собственно выращенных помидор. Она такая: хорошо. Потом присылала мне фотографию. Вот, говорит, она уже еще больше стала. Вот она там покраснела, вроде бы она что-то писала. Ну, ладно, сажаем. Вот чем приходится заниматься на карантине. Ну, это даже интересно, когда у тебя есть время заняться своими домашними делами. Поэтому, если вы вдруг сели на карантин, найдите, чем вам интересно заниматься, найдите, что вы любите делать, и вперед. Петунья. Настурция Morning Glory. Бизи-лизи и вербена. А, значит, лабелью я уже сажала. Очень люблю лабелью, такие мелкие колокольчики. По Лондону они много где цветут. Тут я, видимо, зимой уже посадила, но так ничего и не выросло. А здесь у меня для посадки конкретно сделанные, ну, как получается, спонжики, не спонжики. В общем, сюда их уже прилепили на бумажечки, эти семена. И вот так это выглядит. HB Rose Heaven. Heaven – это рай. HB Hanging, Hanging повесить, и петунья. А, так это розы какие-то у меня. Сюда посадим. Петунья тоже сюда, а роза посередине. То, что петунья разрастается так, роза, я не знаю, что тут за роза. Посмотрим. Петунья. Теперь польем все это. Леечку я прикупила в Тики Макси, очень давно хотела такую маленькую леечку. Она очень-очень мелко вот так поливает, но мы сейчас, так как еще растений нет, семена одни, будем поливать не мелко. Про Тики Макси я, кстати, тоже буду скоро рассказывать. Я поснимала, пока была в Лондоне. А чем еще мне было заниматься? Ходила по магазинам, мероприятия все отменены были, поэтому... Ходила по магазинам, снимала для вас магазины, что там есть, какие цены, потому что люди спрашивают, как вообще там с товаром, в общем, интересуются. Поэтому я поснимала, что могла, куда еще пускали, потому что сейчас подруга Моника, которую вы уже видели, пишет, что весь Лондон закрыт, locked down, она сказала, рестораны, пабы, ничего не работает, все школы закрыты, все сидят дома, и хорошо, говорит, что я, как бухгалтер, всегда работаю из дома, и у меня работа есть. Но многие люди лишились работы, я не знаю, наверное, их как-то государство будет спонсировать, что-то там пишут, что какие-то, ну, бенефиты, не бенефиты, но будут давать, выдавать какую-то зарплату, но, наверное, минимальную, не ту, к которой они привыкли. Поэтому вот так вот, такой emergency получается, вообще мир в какой-то панике. Но люди говорят, наши доктора, видела вот сегодня, смотрела видеоролик, он говорит, это еще цветочки, вы, говорит, рассматриваете этот вирус, это вообще в принципе ОРЗ, вы рассматриваете этот вирус как подготовку к чему-то более серьезному. И если мы пройдем эту подготовку, то есть... Эта подготовка для нас как бы вызов такой, челлендж, что надо посмотреть, в какой мы вообще, в каком режиме ожидания, как мы готовы к действиям, если случится что-то более серьезное. Да, мы сейчас все закрыли, все страны закрыли свои границы, и все реально пытаемся как-то выжить. Но это не вообще, вирус этот вообще не страшен, потому что это примерно то же самое, что ОРЗ, и очень много людей, особенно стареньких людей, у которых вообще хронические болезни уже, и раньше погибало от пневмонии и от последствий обычного гриппа, поэтому этот вирус не так страшен. Но может случиться что угодно в любой момент, если это будет птичий грипп, допустим, который будет разноситься птицами, это будет намного страшнее. Мало ли что произойдет, чтобы мы все были готовы, мы знали, как действовать, чтобы у нас были какие-никакие вакцины, или чтобы мы все вместе дружненько сели на карантин, если вдруг что-то происходит, если вдруг птицы начали нас атаковать. Ну, это, конечно, и смешно, и грустно, но я
вот в данный момент этот челлендж прохожу. Это серьезное, реальное такое психологическое воздействие сидеть дома, но не для меня. Мне никогда не скучно, я привыкла организовывать свое время. Я спокойно к этому отношусь, потому что мне одной намного легче, не надо под кого-то еще подстраиваться. Но людям, конечно, в семьях придется тяжело. Очень много, говорят, разводов сейчас происходит уже и в Китае, и в Италии. Из-за того, что женатые люди, не привыкшие ко всей этой бытовухе, не привыкшие к тому, что они будут сидеть вместе в одних стесненных условиях и не выходить на улицу в течение 14 дней, это очень серьезно, это очень тяжело психологически, и начинаются всякие скандалы, разборки, ты не туда пасту положил, ты не закрыл крышку унитаза и так далее. И это все реально бесит людей. И поэтому я в этом плане, слава богу, ограждена. И, в принципе, давно привыкла жить одна и ни на кого никогда не надеюсь. Поэтому для меня это обычный, в принципе, будний день. Ну ладно, это такое отступление. Сейчас я в один горшок посажу петунью, Morning Glory и настурцию. Они такие все вьющиеся, похожи. В один горшок альбизилизи и вербена. Не знаю, что это за цветы. Тоже посмотрим, если вырастут. Посажу в другой. Посмотрим, как это все будет через, не знаю, две недели, через месяц. Значит, пока сажаем Morning Glory, настурцию и петунью. Чуть-чуть так. Где-то петунья у нас пошла. Теперь Morning Glory. Ой, что-то там у меня упало. Morning Glory, вот такие семечки. Не знаю, что это. Тоже посмотрим. Синенькие какие-то цветочки. И настурция, как все уже знают, все, кто садоводы, как выглядят эти семечки. Такие вот. Покидаем их в разные уголочки. Теперь тоже польем все это дело. Расти, расти, большой и красивый куст. Петуньи особенно. Очень люблю петуньи, но они у меня почему-то никогда не растут нормально. Ну а в этот, что у меня осталось, не вижу где. Ага, вот. Какие-то такие маленькие семечки. Лизи. Бизи Лизи. Буду звать ее как королева Лизи. Бизи Лизи, то есть занятая королева. И вербена. Просто так посыпаю. Ну, перемешаю. Полью. Ну и все, и прицепим земелькой, оставшейся тут у меня. Ой, ну вот пока и все. Как это будет? Сейчас поставлю на балкон, там больше света у меня. Особенно во второй половине дня. Как это все будет выращиваться и расти, я вам буду после показывать, если будут какие-то всходы, тоже покажу. И, ну, как это будет цвести, естественно, если будет, покажу обязательно. То есть эти цветы были посажены в карантин. Не отчаиваемся, сидим на карантине дальше и занимаемся своими любимыми делами. Пока-пока! Ну, вот такой вот у меня балкончик. Вид из окна на Петербург. Вон Вахта-центр виден. Вон Исаакиевский собор. Ну и так у нас тут такой небольшой новый райончик, дома построены. И вот мои, тут уже лучок у меня растет. Сегодня что-то не так солнечно, как было вчера. Но солнышко еще может выйти.
Ну, вот такой вот у нас Петербург.